Вот, еще белые вспышки могут, когда загружается новая страничка, там тяжеловесные странички открываются, там белая вспышка промаргивает. И этих белых вспышек бывает 2, 3. Вот от одной из вспышек можно избавиться, если везде вот здесь черный поставить. Здесь никогда. Ну, казалось бы, ставим никогда. То есть это оформление не должно срабатывать, но оказывается, что при открытии новой страницы все равно сначала вот это оформление проскакивает. Ну, по крайней мере, белый, по крайней мере, фон от этого оформления первой вспышкой проскакивает. Я экспериментировал, ставил здесь синий цвет, и получалось, что при открытии новой страницы сначала синяя вспышка, потом белая. Вот, ну и заметил я, что да, действительно, вспышек стало меньше при открытии страниц. Так что ставьте. Да, еще в About Config я лазил. Искал все параметры с названием Color. Color, то есть. Все там пробовал менять, ничего там. Там вот эти параметры дублируются, кстати. Вот эти вот. Ну, еще там пару для чтеца. Там можно сделать темные и сепия выбрать. Еще там какой-то натив color, но я его ставил, вот эти вот пропадают, надписи пропадают. Короче, вот пока что вот такое спасение. Ну, сейчас могу продемонстрировать. Тут вот раньше тут белая вспышка была. И вот тут сейчас, ну, должна быть белая вспышка. Как бы речь о тяжело загружаемых страницах идет, поэтому вот так. Вот, и далее белая вспышка, ну, по крайней мере, она по краям была. Вот сейчас будет еще тяжелее страницы, переход в классическую тему. Здесь она, конечно. А, во. Ну, бывает, что промаргивает, бывает, что нет. Ну, а когда там по умолчанию белый фон стоял в тех настройках, белая вспышка всегда была. У меня глаза уже вытекут скоро. Так что дерзайте.